мемчик надо сделать, типа такой едет Саня на этой тачке, на второй тачке шаман, и они так разъезжают. Нет, нет, едет Саня, шаман, и рейтинг, короче, глад, и мы так разъезжаемся. Потом ставочка на какой-то приорик подъезжает, так, просто, тут рейтинг. Я портал прожимаю, он автоматически портал срабатывает. То есть независимо от того, где мой портал стоит, это очень странно. А, то есть ты ставишь портал хрен пойми где, да. И у него прожимается? Да, да. А, так скрипты, ёп твою мать. Сейчас бы монахом, да еще и со скриптами. Не репо. Я понял. Макс, ну я же сказал, что просто перезапущу стрим просто. Вот я его перезапустил, и все. Никита. Перезахожу. Кто вышел? Терпел. Сидишь такой. Не поиграл. Ненавижу. Раньше с пистов орал. Не. Теперь с друидов орал. Хотите приколю, ребят? Просто приколю. Кого заколешь? Вот, открываю Axonum Mate. Статистика за последние 7 дней. 1800 и выше, ребят. Смотрим. 3 на 3. Друидов 881. Паладинов, холиков 852. Монахов 544. Рестер шаманов 449. Двойка друидов 1442 в двоечке. 1008 холи паладинов. 511 монахов. 338 ДЦ престов. 195 шаманов. Рестер. Просто 195 шаманов и 1442 друида и 1008 паладинов. Blizzard. Blizzard точно имеет эту статистику. Они точно знают об этом. У меня вопрос. Какого хрена Blizzard? Где баланс? Все, я запарился, короче, сидеть на 1600. Постоянно сливать этот долбанный рейтинг. Я хочу, если ребята не сольются, нормально будем играть. Вот есть у нас Никита. Если будет, если Даня не кинет, будет Даня. Может, попробуем еще Шадовса уговорить. Вот у нас есть Влад. Вот-вот будем с ребятами, короче, задротить. Никаких больше рандомов. Сорян, никаких больше Ревисов и Виги на рейтинг. Вон у нас есть Хант. Будем вот на Ханте с ними играть. По фану. Я хочу нормально апнуть рейтинг. Задолбало сидеть на полторашке. А арена кто будет фармить? Я буду фармить. Здорово, Влад. Как раз о тебе говорил.
Мне показывается, цель мертва. Он сдох. Друга мертв, кажется. Что-то случилось с ним. Кажется, он это покончил. Под потолок ударился, я не знаю. Он что-то прыгнул и упал, короче. Я хрен его знаю, что с ним случилось. А сколько паладинов нужно, чтобы вернуть лампочку вопросительный знак 5? Один стоит на столе. Четверо других крутят стол. Держа его за ножки, заходит орк с попугаем на плече в корчму. BB.корчмарь его спрашивает, где такого взял. Попугай давон и в дуратариях полным-полно. Я ни хера не понял, спасибо, Евген. Очень интересно. Ни хера непонятно только. Сорян, никаких больше Рэвисов и Виги на рейтинг. Вон у нас есть Хант, будем вот на Ханте с ними играть. Фоспала давай. Пороги. Видишь, рогу бей рогу. Я ж Хант. Какой-то странный, ну ладно. Я ж Хант. Ну я в любом случае начну пока с паладина. Ну, да. На курика сейчас, поэтому легче будет. Капа. Можно будет вернуть пистол. Давай, вас по 2000 бьют. 2000! Так, ну ты сбил трапа, ну ё-моё. Я знаю, потому что там мазду нужно добывать, а фури. Пожалуйста, берите. Да ты прям прыгнул в него, ё-моё. Виги за сливы вышел. Даю трапу Холли Пауэлла, Виги прыгает прямо в Холли Пауэлла, короче. Просто прыжок юзает. Прям в него. Я говорю, ты трапу сбил. Это потому что надо алмазную брать, я фурик. Алмазную не надо брать, у нас там времени на контроль не будет. Надо не сбивать трапы. Пусть на заглушение. Нас загрызли нашего монарха. Заразу, начал закрыть пал как-нибудь. Гриб фьюри его. Ой, гриб. Короче, просто да. Жаба пала. Да я в лосе. Сука. Я же в лосе был. Так, у него блайнд откатился. Чип. Он ваниш слил. Проикнул. Пау, жаба. Пау, жаба, жаба, жаба. Ручку сложил. Дымка. Раст. У тебя есть? Да, Мальдик, да, очень быть. Я... Да, ага. Ты, всяка. Она импров. Да, нормально все. Главное выжить сейчас. Так, отдаю. Не умри, пожалуйста. А, нет. Раз. Жаба пала. Отлично, жаба. Никитне, надо сам сейчас палку убивать. Да, надо. Короче, отлично. Мне нужно было снять этот. До хрена пробегал, до хрена в очередях постоял. Ну а под вечер тупо забурился к бате, кофе попили, и я взял у него джойстик погонять. Для того, чтобы секиру покатать. Пробовать осваивать джойстик. Я джойстик в жизни держал от силы раз 5, так что для меня это будет целое испытание. Может, мне даже легче будет играть на клавиатуре.